Мир вам и милость Аллаха. Я надеюсь, что вы пребываете в хорошем состоянии. И надеюсь, что у вас крепкий иман. Я хочу сказать вам, не печальтесь никогда, потому что с вами Аллах. Эта жизнь не стоит того, чтобы печалиться. Поэтому всегда улыбайтесь, даже когда вам немного грустно. Я тоже часто грущу, потому что я очень сильно хочу домой, в рай. Я хочу слушать Коран и читать его весь день. Если вас что-то опечалит, сделайте земной поклон и помните, что вы часть мусульманской общины. Это значит, что каждый делает за вас дуа, включая меня. Поэтому выше голову и будьте сильными, потому что с каждой тяжестью есть облегчение. Как я обещал Аллах в Коране, когда вас настигает печаль, помните, что эта жизнь всего лишь испытание, и скоро все пройдет, и вы будете счастливы навечно в раю. Вы не будете опечалены. Все, что с вами происходит, Аллах пожелал, чтобы это случилось с вами. Поэтому радуйтесь этому и не печальтесь. Вы мусульманин, и Аллах любит вас. Так любите же и вы его. Я знаю, что я всего лишь маленький ребенок. Пожалуйста, послушайте меня, когда я говорю. Когда вы войдете в рай, вы даже не вспомните эти времена и все плохое, что произошло с вами и что ранило вас. Аллах убережет вас от всего плохого. Иншаллах, вы найдете свой путь. Иногда Аллах испытывает нас трудностями, но посылает Он испытания только тем, кого Он любит. Так что знайте, что Он любит вас, и я тоже люблю вас очень сильно. Надеюсь, что это обрадует вас. Мир вам, милость и благословение Аллаха.